Привет всем! Сегодня 10 апреля 2013 года, и опять идет снег. Да какой снег! Прям сыпет крупный. Подписывайтесь на мой канал. На нем вы сможете увидеть такие видеоролики, как «Меридианы Тихого 2012 года. Открытие и закрытие. Прогулка по Золотому мосту. Спорт Экстрим на Центральной площади в 2011 году. И на ТОФе, который был 25 августа. Также можно увидеть Тихоокеанский фестиваль «Океан звука», который был в 2012 году на Центральной площади. Также можно увидеть открытие набережной Цесаревича. Каток на «Авангарде». Что еще? Что еще? В общем, разное видео о Владивостоке можно увидеть на моем канале. Подписывайтесь, смотрите, оставляйте свои комментарии. Всем спасибо, до свидания.